Таңертеңнен бастап жолға шықтық. Бұл жолы да Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркының тауларына қарай бағыт алдық. Мақсат жалғыз – шыңға өрмелеуге үйрену. Күзгі альпиниада кезінде әрбір жас осындай мүмкіндікке ие болады. Бізбен бірге велошабандоздар да ұлттық паркке қарай бет алған. Шымкенттен Сайрам-Суға дейін темір тұлпарында жетпек ниетте. Мақсатта және де жиі шығып тұрастыр ма мұндай бағытқа? Біз жалпы осы қаладағы велосообщество деген өзі бір арнайы не бар, группа бар жастардан және осындай велосипед қауымдастығына манадай өзінің хоббиіне айналтқан адамдар. Сол жігіттер бәрі осындай бір группа ашып, бір-бірімізбен сөйлесіп, әрбір осындай маршрутты өзгертіп, қаланың осындай таулы жерлерге, әдемі жерлерге үстіп велосипедпен арнайы барып, қайтып аптасына бір рет шығып тұрамыз. Бірінші рет емес, осы жаз бойы осы жерде жүрдік. Бізде горный велосипед болғандықтан қала ішінде азайтуға тырысамыз. Көбінесе осындай таза ауамен демалып, тауға шыққанды жақсы көреміз. Көріп тұрсыздар, өзіңіз бізде бағанағы темір тұлпарды мінгісі келетін, айдағысы келетін кісілер өте көп. Гитара, палаткалар, ағып тұрған өзен, тау мұның барлығы романтикалық көңілкеге шақырады. Алайда бұл жер ондай демалысқа арналмаған. 12 күн бойында 3 елдің экстремалдары Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркының 11-де шыңын бағындыруға тырысады. Альпинизм қандай болуы тиіс және де ол шыңды қалай бағындырамыз? Бүгінгі хабарымыз осы жайында. Эх, гитара ойнап, үйрену керек еді. Альпинистерге ауыр айды қарасып тұр. Күз мезгілі болса да аспан ашық, жаңбыр жоқ. Таулы аймақта бұл үлкен қуаныш. Күндіз жылы болды, бірақ кешкісін салқын түсіп қалың киімдерге оранатын альпиниада ұйымдастырушылар алға тартады. Арнайы құрал саймандар дайын. Қазанда түскі аста дайындалып жатыр. Кәсіби альпинистер тау тасты аралап кетсе, өзгелері велошабандоздарды шыңға өрмелеумен таныстырмақ ниетте. Біздің келуімізге орай арнайы дайындалып қойылған орынға да келіп жеттік. Шеберлі шыңға өрмелеушілер үшін аса биік емес болып көрінер. Алайда мен сияқты шыңға алғаш рет шығып отырған замандастарыма бұл қабырға үрей туғызғаны айтпасақ та белгілі. Альпинист Тарас Моисеевтің ақыл кеңесін бірі
түсінсе, өзгелері қорқынышын баса алмай, шыңға қайта-қайта қарайды. 200 метрде биіктікке көтерілді. Қазір биік шың алдымызда тұр. Осы биік шыңда бұл жер жаттығу орны деп саналады. Осы жаттығу орнында жастар қалай шығу қажеттігін біліп алса, содан кейін ғана биік шыңдарды бағындыруға болады. Тарас, скажите, пожалуйста, зачем мы сюда пришли сейчас? Мамочки. Мы занимаемся альпинизмом. И чтобы уверенно себя чувствовать на горе, для этого мы сделали учебный скалодром. То есть здесь скалы, они безопасные, почищены. Специально сделаны станции, санкеров. Мы сейчас будем лазить и учиться скалолазанию на естественном рельефе. Сколько метров? Для начала мы повесили веревки на 25 метров. А вот те, которые вообще никогда в жизни, вот я, например, никогда в жизни не поднималась, с чего они должны начинать? Как раз вот этот скалодром, он и создан для того, чтобы учиться. Это для начинающих. Говорят, главный принцип – это три точки опоры, да? Совершенно верно. Надо, есть разные маршруты, иногда приходится и на одной точке опоры. Это один из естественных таких, физиологичных видов спорта. То есть считается, что все мышцы задействованы именно в плавании и в скалолазании. Я думаю, сейчас вы пролезете и сами все поймете. Все окей. Вы первым пролезете, да? Мы сейчас покажем с моим другом Ярославом. Мы сейчас покажем, как пользоваться снаряжением, как вести себя на скале, как страховаться. И потом уже начнем людей организовывать. Удачи вам, удачи нам. Так, куда мне встать? Так, ребята, кто полез? Кто первый там? Мен шықпай, мен қорқам. А? Чем? Жоқ, осы жерде тұра берейінші құрсын. Бірінші болып шыңға өрмелеудің негізгі бағытын кәсіби маман көрсетіп берді. Ендігі кезек бізде. Кезекпен жастар жоғарыға қарай жорғалай кетті. Был мой первый подъем. Он шикарный, вообще суперски. Хоть и расстояние невысокое, но есть опасность. Хотя не было боязни, по-моему, из-за того, что я очень люблю адреналин. Очень классно, что в ЮКУО, в Южно-Казахстанской области, есть такие замечательные люди, которые организовывают такие вот мероприятия. Всем удачи, спасибо. Велошабандоздар үшін бұл алғашқы шын. Дегенмен олар аса қателік жібере қойған жоқ. Жарақатсыз, аса қиындықсыз биіктікті бағындырып жатты. Тіпті Ресейден қонаққа келген тәжірибелі альпинистердің өзі бізді көріп таң қалды. Я вот посмотрел, и мне показалось, как будто вы тут уже лазили, то есть как будто подготовлен, понимаете? Очень легко. Особенно второй участник, а третий это вон уже наверху. То есть у вас физическая подготовка очень высокая. Чувствовать скалы. Чуть-чуть, конечно, да, там надо подсказать, куда ноги. Главное, тут ногами надо идти. Руки в стороны. Руки все, поехал ногами. Не надо веревку отпусти. Руки в стороны. Вот так ногами вверх. Ноги выпрямить. Отталкивайся, отталкивайся. Вот, правильно, двумя ногами, двумя ногами. Скале ноги. Пошире, пошире ноги. Пошире. Ноги шире, ноги шире. Вот. Вот, 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 вот. Молодец. Браво.
Только что вернулся с вершины Монблана. Я же рассказывать? Свои впечатления? Вы хотите спросить? Спасибо большое. Здорово. Ой, спасибо, Шамиль. Это называется новый этап в жизни. Начинали с пеших прогулок, велосипеды, мотоциклы. Ой, осторожно. И вот, наконец, я уже взял свой Эверест маленький. Да. Поэтому я, честно скажу, очень замечательное впечатление. Человек должен каждый раз познавать себя, каждый раз что-то искать. Но аккуратно. О, спасибо. Сложно было, да? Поначалу, да, непонятно. А потом уже потихоньку начинаешь соображать. Все приходит во время практики. Теперь все, дальше идем. На Эверест. Куда? Туда. Да, да. Саулет, расскажите, вот именно вот это вот приспособление для чего необходимо? Это обвязка, на которую крепится система, значит, страховки. Это карабин, за который цепляется веревка страховочная. Вот. Вся система удерживает вас в случае срыва с горы. То есть обвязка вас удерживает и не дает сорваться вниз. А вот эти вот все штуки? Здесь запасные карабины. Они нужны при начальном этапе, когда трасса только прокладывается. Сейчас трассу мы уже проложили, пробили, страховочные веревки уже установлены, поэтому сейчас они вам не нужны. Вставай на нее, выходи вправо. Я готова, да? Все, вы готовы. Для лазания по скалам используется специальная обувь с резиновой подошвой, которая максимально обеспечивает максимальное трение. То есть и в этой обуви очень удобно лазить по горам. То есть в простой обуви очень сложно, можно легко сорваться. А вот такой, в таких кроссовках, как у меня, вообще не было? В таких кроссовках очень легко сорваться, вы просто не сможете лезть. Вы будете постоянно срываться, нога будет соскальзывать. Для этого есть вот специальная обувь, в ней удобно лазить и обеспечивается максимальное трение со скалой, поэтому они используются у нас в альпинизме. А вот в моей обуви я могу хотя бы 3 шага сделать, попробовать себя? Можно попробовать, да. Да? Но далеко, высоко вы не залезете. Это высоко, значит, попробуем. Аяхки, если не сделаю, я не алдвен, аяхки мажет. Аяхки, дурус аяхки малцангыздар. Шынгал урмели аласыздар. Ал мен, аяхкимның жоқтығынан, бір кішкене бір 2-3 метрге ғана шығып көрем. Сонымен, спорттық дайындық қажет. Сырт көзге оңай болып көрінгенмен, аяқ қолыңыз мықты болмаса, жоғары қарай қадам жасау өте қиын. Дегенмен, бізбен бірге келген 15 шақты жастың 90% бұл шыңды бағындыра алды. Чтобы быть альпинистом, нужна школа. Что было вот в советское время, очень сильная школа. Поэтапность подготовки. То есть и основа была безопасность. То есть учили, как в школе. Азой прошли, а дальше опять глубже, шире, глубже, шире. И набирали опыт по восхождению. Вот в данный момент здесь мы присутствуем, как вот мероприятие нас организовали, пригласили. Значит, обучать, ну вот, новичков. То есть основам альпинизма. Альпинизм это что? Скалы, лед, снег, трава, там тропы горные, речки. Вот это скальная подготовка. Күзгі альпиниада кезінде велошабандоздардан бөлек өзге жастарды да шыңға өрмелеуге үйретеді.
12 күн бойында бірнеше шыңды спорт шеберлермен бірге бағындырады. Сейчас у нас две группы работают в Сайрамсу, в нашем государственном заповеднике. Вот, первая группа – это новички. Вот они проходят у нас вершины Сарайгыр, Альтус, это 3300 метров, пик независимости 4000 метров. Вот, получают базовые навыки альпинизма, проходят скальные занятия, умение работать с веревкой, со страховкой. Ресей, өзбек және қазақ елінің альпинистері жылына екі рет бас қосады. Көктемде және күзде. Әрдайым Сайрамсуда орналасқан шыңдардың жаңа бағытын іздеп табуға тырысады. Бұл жолы да 60-қа жоқ экстремал өзіне естен шықпас әсер алып қайтты. Бастысы жарақатсыз. Достарының қатарында арттырды. Ал біз болсақ, шыңға өрмелеудің дәмін татып та көрдік. Енді келесіде тәжірибелі альпинистермен қатар тұрып, 4000-ға дейінгі шыңды бағындыруға талпынамыз. Саяхаттауды армандап жүрмісіз? Бірақ қайда демалуды білмейсіз ғой? Біз керемет демалыс ұйымдастыра аламыз. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы Дубайға жалынды жолдамалар, үйлену тойына арналған саяхаттар, әлем чемпионаттарына баруды, теңіз жағалауындағы ұмытылмас тынығулардың және қызықты экскурсиялық турларды ұсынады. Экстремалды демалысты ұнатушылар үшін парашютпен секіру, атпен серуендеу, дайвинг және квадроциклдегі жарыстар. Жаңа талап спорттық туристік фирмасы олимпиадалық қарқынмен демалады.